Открытие собственной поликлиники ждали жители трех микрорайонов – Финского, Богородского и Щелково-7. На посещение ближайшего медучреждения им приходилось закладывать дополнительное время на дорогу. Теперь кабинеты врача-терапевта и хирурга будут находиться для жителей, что называется, в пешей доступности. Глава городского округа и застройщик микрорайона Финский поработали над тем, чтобы современная поликлиника появилась на первом нежилом этаже дома 4А. Молодой, перспективный, очень строящийся микрорайон. Здесь нету школы, не было филиала медицинского учреждения нашей районной больницы. И это большое подспорье, то, что здесь все это появляется. Да? Строится школа, открываются медицинские учреждения государственного характера. И для микрорайона, для всех, я считаю, это очень важно. В поликлинике оборудованы кабинеты неотложной помощи и функциональной диагностики. Последний оснащен аппаратами ЭКГ, УЗИ, электроэнцефалографом. Техника многофункциональная. Наш ультразвуковой аппарат, который мы получили, достаточно функциональный для исследования сосудов. Здесь можно исследовать сосуды нижних конечностей, брахиоцефальных артерий, сосудов шеи. И можно сделать УЗИ брюшной полости, УЗИ молочных желез, щитовидных желез. Поликлиника построена по стационар-замещающей технологии, то есть пациенту для посещения врача не нужно собирать много анализов и получать направление в стационар. Здесь оборудован свой дневной. Пациенты с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями будут получать лечение в течение дня и уходить домой. Долгожданное для нас открытие, для врачей, для пациентов, для администрации города в этом новом микрорайоне построенном, потому что довольно большое количество жителей и мощности старой поликлиники не всегда достаточно для того, чтобы обеспечить потребности. Поэтому было передано администрации нам вот это помещение площадью 460 квадратных метров, полностью отремонтированное, оснащенное медицинским оборудованием, укомплектованное медицинской мебелью. У врача-хирурга есть своя операционная, в которой пациенту выполнят несложные хирургические вмешательства. Хирург Олег Кудряшов рассказывает об оборудовании, на котором он будет работать. В каждой даже частной клинике это есть. Это электрокоагулятор. Используется фактически во всех хирургических манипуляциях. Коагулирует, то есть снижает риск кровотечения. В поликлинике в Финском можно будет пройти первичную диагностику и, конечно, сделать прививку от коронавируса. Запись на прием, как обычно, через госуслуги или на стойке регистрации непосредственно в поликлинике. Михаил Налетов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.